Дима, у нас сегодня... забыла поздороваться. Всем привет, с вами канал Артмания. Димочка, у нас сегодня хорошая новость. Поспал всю ночь сам в большой кровати. С вечера уснул и всю ночь, прям до самого утра спал. Да, Дима? Да. Димочка сегодня молодец? Молодец? Да. И значит, Дима идет сегодня куда? В магазин за... продуктами. Продуктами? За игрушкой. За игрушкой. Игрушку выберешь себе, да, какую ты хочешь? В магазин сейчас пойдем. Я хочу еще один пупсик. Три пупсика, да? Да. Так у тебя один. А ты хочешь еще один. Значит, получается два пупсика. Три хочешь? Нет, давай сегодня только купим одного пупсика. А вот когда ты будешь спать еще и без памперсов, спать ляжешь без памперсов, всю ночь проспишь и не обсикаешься, вот тогда уже тебе будет третий пупсик. Согласен? Тогда еще я буду без памперсов ночью спать, и я то сам буду еще долго-бедолго. Ну, еще тогда один пупсик. Да. Да. У тебя все равно памперсы закончились. А покупать опять памперсы мне вот прям, знаете, честно, совсем не хочется. Лучше же ребенку что-то купить, какую-то игрушку, чем памперсы. Ну, пупсик. Здесь тетя, пупсик. Покажешь пупсик своего, принеси. Вон он лежит. А пока я себя. Мы вот одеваемся, у нас 20 градусов. Вот, думала посмотреть, давай, вот он, пупсик. Думала увидеть на улице людей, как одеты, но никого у нас не видно, садись, на. У нас никого не видно, во дворе никого нет, на дороге никого нет, нигде никого нет. И там только краешек я увидела там на дороге, с большим трудом там в бок. Наискось посмотрев, что люди ходят в джинсах и в майке. Вот. Поэтому одели штаны и майку. Я тоже одела майку и одела свои штаны с цепями. Вот. Одену, наверное, кроссовки. Но 20 градусов, честно говоря, бывает по-разному. Бывает 20 градусов, это реально очень холодно, что хочется одеться. А бывает 20 градусов, это когда очень сильно жарко. Ну, дальше у нас написано 26 днем. Поэтому я думаю, что, наверное, довольно тепло должно быть там. Ну, надеюсь, что тепло. Надеюсь, не замерзнет, да, Дим? Да. Дима у нас нарядился. Ну-ка, их ногами ты его ставишь. Тут у нас тоже небольшой бардак. Да? Тут еще поменяли люстрку. Я хочу ее отдать даром. Может быть, кому-нибудь подключить. Вот так вот срочно здесь в коридоре нужна будет. Вон там вот какая-то клевая люстра. Но это я еще покажу, все показываю, покажу, да? Все, будем одеваться. Пока. Все, мы будем одеваться. Если получится, я засниму в магазине. Не знаю, как Дима будет себя вести в магазине, потому что ни разу вдвоем с ним не ходила, только на коляске, либо с папой. А сегодня мы с тобой прям думаем. Потом мы хотим зайти за продуктами, да? Что ты хочешь купить с продуктов? Я хочу сок, вот честно, я очень сильно хочу сок. Не знаю почему, но я прям вот реально хочу сок. Вот. А ты что хочешь? Я хочу тоже сок. У тебя сок твой детский есть, но я детские соки не очень даю ему, потому что там сахар много содержится. Я тоже хочу сок. Детский. Угу. А я хочу апельсиновый и банановый хочу. И я тоже апельсиновый и банановый. Где? Где? Ты мамина любовь? Ты любовь мамина, да? Я тебе отдам мне сок. Ах, ты мне сок отдашь свой? Это... Нет, уж давай ты свой будешь пить, а я свой. Чтоб тебе тоже досталось. Надо, чтобы было поровну. Да, Дим? Поровну. Конечно. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Все, одеваемся мы. Посадка твоя. Закончилась? Ударяется. Где? Помаши ручкой.
Не хочу. Почему? Потому. Покачено. Да потому что. Смотри, сейчас шлепнутся. Там за нозами она, Дим. Давай ее выкинем. Подожди. Подожди. Мы пришли. В магазин я не поснимала. Я не знаю, это было с ребенком идти в магазин настолько интересно, я забыла. Дима делает обзор. Доставай. Доставай самое первое, что лежит. Ну, самое первое доставай. Ну, а Дима выбрал сам. Мы пошли за пупсиком. Да, что это, Дим? Пингвин. Мыльные пузыри пускают. У нас такая штуковина была, но она сломалась. Весь сразу, кстати, прям с этими они прозрачные. Значит, будем... Но единственное, я забыла взять чек. Ну тогда вот это мы будем пускать. Да, вот но я забыла взять чек. Цену я не знаю, но у нас вышло в 500 рублей с лишним. При том, что я на кассе не расслышала. Я услышала 140. Оплатила, а смотрю а уже. А еще она там поет, 500. А еще она это поет. Играет веселая мелодия. Такая вот штучка классная, кстати, наверное. Не знаю, мне еще был динозаврик, но мне понравилось вот это, и Диме тоже понравилось. А вон три батарейки, но у нас батарейки есть. Что-то тут написано. Махать что нельзя? А, какие бывают? Вот. Вот, еще рыбка такая, но мне что-то не нравится. Такая, такая. Еще динозавр был. Мне понравился очень. Диме тоже. Да? Да, что ты еще взял? Доставай. Еще? Как да. Пупсика. Пупсика. Шли мы вообще за пупсиком, да? Взял лежачего в виде зайки. Стоят они 99 рублей. В прошлый раз, по-моему, 77 она стоила. Вот. Я хотела вот такого, вот только оранжевого. По-моему, мне кажется, я видела. А, вот. Вот такого я хотела, но их не было. Я хочу. Дима зеленый. А я хочу да? открыть. Диме прям понравились пупсы. Я хочу открыть. Ну, открывай. Открывай. Также купили пряники. Вот что-то я прям на пряники начинаю подсаживаться. А, купили то, ради чего мы пошли в продуктовый магазин. Купили вот такой сок апельсиновый. Сначала хотела детский банановый взять, но вспомнила, что недавно относительно я пила детский банановый сок. И он был по вкусу как яблочный. А ты пилась как? А, до этого лет 10 назад, наверное, я пила детский сок банановый. Он был... Прям с бананом. Был обалденно вкусный. Сейчас уже совсем не то. Да? Мы с тобой в следующий раз в пятерочку другую пойдем за банановым соком. Вот, смотри. У нее прям открывается ротик, даже двигается. Да? А как? Теперь ставить? Батарейки надо ставить. Кстати, у нее вот эта трубочка мягкая. Не знаю, нормально ли это. Я открываю. Тут надо еще открыть это. Болтик. Не-не-не, не надо, не надо открывать. Ты а почему? Ну ты сейчас разольешь мне тут все пузыри мыльные. Чем мы будем пускать-то? Так, сейчас мы батарейки вставим и вам покажем. Еще, а, еще творог там взял. А, еще носки купили. Вот, носки, кстати, по 99 рублей. Две штучки. Такие черные взяла. Потому что у Димы бывает, он пачкается. Хоть у нас и чистенько, но все равно. А, тарелочку. Тарелки, вот такие тарелки. Мы в прошлый раз купили целых две такие тарелки. Нам очень безумно понравилось. Особенно творожок кушать. Блин, вот просто обалденная тарелка, да? Дима, а кто делает обзор? Ты же сказал, будешь делать. И купили мы творог. 9% не было, был обезжиренный. Но у нас есть мацони, я сделала, да? Мы его, скорее всего, мацони добавим. И будет обалденно, да? Дим, а кто делает? А кто начал делать обзор, Дима? Дима делать начал, а мама продолжила, да? И все, там пусто. Да? Так, сейчас мы включим его, ставим батарейки, да? И покажем, что как. А я долго пузырь. Хорошо, будешь пускать. Долго.